Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве MIDI GF1 перейти в режим Recovery. Для этого нам нужно в первую очередь выключить наше устройство, и затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх на несколько секунд. Попадаем в такого рода меню. Здесь используем кнопку громкости, чтобы перемещаться, и кнопку громкости вверх, чтобы перемещаться, и кнопку громкости вниз, чтобы сделать выбор. И выбираем первую опцию Recovery Mode. Затем, когда на экране появляется лежачий робот Android и под ним сообщение «Команды нет», что нам нужно сделать, это зажать кнопку включения и нажать кнопку громкости вверх один раз, и мы попадем в режим Recovery. В режиме Recovery используем кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор. Здесь у нас имеются такие опции, как Reboot System Now, Reboot to Bootloader, Apply Update from ADB, Apply Update from SD Card, Wipe Data Factory Reset, Wipe Cache Partition, Mount System, View Recovery Logs, Run Graphics Test, Run Local Test и Power Off. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!